Друзья, сегодня смотрим на необычайное устройство. Это новый лэптоп компании Lenovo Yoga C630. Ноутбук на процессоре Snapdragon 850. Мобильный чип. Здесь есть LTE модем X20. Ноутбук способен проработать 25 часов без подзарядки. К тому же он работает на Windows. Он сделан из углепластика. Очень легкий. 1,2 килограмма, если быть точнее. Здесь 4 гигабайта оперативной памяти. Ну, то есть очень простенькие характеристики, но для работы мобильный чип, по-моему, самое то. Вообще новинка, мы такого впредь не видели. То есть когда-то был ноутбук HP на мобильном процессоре 835, но это уже все забылось в прошлом, а это 850-й Snap, его еще в природе не существует, а я в руках держу ноутбук уже на нем. 13,3 дюйма, Full HD разрешение, даже не верится, что он может проработать 25 часов, при этом он работает на Windows 10. Давайте поближе просто посмотрим на него с вами и насладимся его внешним видом. Больше сказать нечего, потому что о нем еще ничего не известно. У него сенсорный экран, у него вот такие вот динамики сбоку, сканер отпечатка пальца и довольно отзывчивый тачпэд. Я не могу делать каких-то сейчас многословных выводов, потому что я просто не знаю ничего об этом продукте. Его показали буквально там 2 минуты на презентации, я сразу же побежал его брать, смотреть. Очень необычная штука, ну и особенность ноутбуков Yoga, они раскрываются. То есть вот этот ноутбук меня действительно дико заинтересовал, мне очень хочется попробовать его, потому что я ни разу не использовал ноутбуки на мобильном чипсете. То есть ноутбук с LTE, ноутбук, который держит 20 плюс часов, то есть для какой-то офисной работы, для почты, для календаря, для каких-то легких задач, это прямо просто ультимативное решение, мне кажется. Кстати, по поводу цены. Ноутбук будет стоить в Европе от 1000 евро, но когда в долларах оглашали цену отдельно, там была цена даже меньше, около 900 баксов. Конечно, все зависит от конфигурации. Если прикинуть, что можно купить за эти деньги на сегодняшний день с точки зрения компьютеров, выбор огромный на самом деле, да, за 1000 долларов вы можете купить огромное количество разных ноутбуков, но если говорить про габариты, да, он очень тонкий, безумно тонкий ноутбук. Да и в целом, как бы, ну, это на самом деле тема для любителя. Это не must-have покупка. Я не могу сказать, что вот прям нужно бежать и ждать это устройство, его покупать. Но 1000 долларов – это не маленькая стоимость. Это скорее для энтузиастов, для гиков, для людей, которые понимают, что это за штука. Ноутбук на Snapdragon – 1000 баксов. Почему бы не попробовать, если бюджет позволяет? Ни в коем случае не рекомендую к покупке. Просто прошу обратить свое внимание вот на эту штуку, потому что я надеюсь, что к нам он попадет в скором времени на тест. И мы вам расскажем, чем будут жить современные ноутбуки. А их ждет именно мобильный процессор. У этого ноутбука 2 USB Type-C. Здесь подключена сейчас как бы сигнализация. С другой стороны такой же USB Type-C. Вот это вот разъем для сим-карты. Вставляете сюда иголку, вытаскиваете и вставите свою сим-карточку, чтобы работал LTE. Очень тонкий ноутбук, но больше-то и добавить нечего. Есть разъем под наушники, клавиша включения. Кстати, оба USB Type-C работают на зарядку. Это на самом деле важно. У этого ноутбука SSD-шник на 256 гигабайт. Вы видите, вот здесь вот на экране спеки написано 4 гигабайта оперативки. И да, действительно, это Snapdragon 850, черт возьми. Впервые смотрим в руках на этот вообще чип. Я так понимаю, что это чип, который разрабатывался специально для ноутбуков. То есть не стоит, наверное, ждать его в смартфонах и в планшетах. И винда нормально все как бы работает, 64 бита. Довольно занятная вещь. И сенсорное управление. То есть, по сути, мы его еще можем превратить-то и в планшет, да, в планшет на Snapdragon. Вот такая вот толщина, сенсорный экран на полноценной винде, к слову. Сейчас я вот лажу по менюшкам, все безумно быстро работает, очень быстро откликается. Довольно забавно и потешно. Ребят, здесь происходит какое-то полное безумие. Меня просто окружили люди, говорят, это вот этот 630, я говорю, да, Snapdragon 850, я говорю, да, и дай посмотреть. Я вообще чудом урвал этот ноутбук, причем он не был никак подписан абсолютно. Мы его сейчас быстренько с вами посмотрели. Вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал, следите за новыми видосами, ставьте колокольчик, заходите к нам на телеграм-канал. А ты нехороший человек, мне не мешай. Пока.